контроль за исполнением бюджета и нормотворчество, ориентированное на поддержку разных слоев населения. В Самаре подвели итоги работы Думы городского округа Самары за 2023 год. Перед депутатами отчитался председатель Алексей Дегтев. Какая работа была проведена Думой в прошлом году, расскажем в нашем сюжете. Вектор на поддержку разных слоев населения. На заседании городской думы заслушали отчет о деятельности представительного органа в прошлом году. Большая доля софинансирования расходов местного бюджета из вышестоящей казны говорит о конструктивном взаимодействии всех уровней власти. Формирование бюджета Самары и контроль за его исполнением традиционно остаются приоритетными задачами думы. Слаженная совместная работа с главой и администрацией города дала возможность принимать оптимальные решения в сжатые сроки, определяя приоритеты финансирования. Отмечена роль Думы в патриотическом воспитании, а также вовлеченность в работу совещательных структур. По сложившейся традиции депутаты и представители наших совещательных структур принимали активное участие во всех важных для города событиях, в том числе экологической направленности. Это субботники, молодежная добровольческая акция «Пожиратели незаконной рекламы», экологическая акция «Большая чистая вода». Отдельным направлением работы Думы стала помощь переселенцам из новых регионов и сбор гуманитарного груза. Отчет о деятельности Самарской городской думы одобрен депутатами единогласно. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События.